В 7-й серии 4-го сезона Адам и Джейми решили проверить миф, утверждающий, что пуля, выстреленная вверх под углом 90 градусов, при падении может привести к смертельному исходу. Разрушители мифов провели серию экспериментов, которые показали, что пуля, находящаяся в свободном падении, не может нанести смертельную травму. Это должно быть болезненно, но не смертельно. С другой стороны, есть случаи с реальной жизни, свидетельствующие об обратном. Знакомы с мифом о том, что если выстрелить прямо вверх, то пуля может упасть, убив человека. Я точно знаю, что пули, выпущенные вверх и упавшие на землю с конечной скоростью, могут убить людей. Это вынудило Адама и Джейми отправиться в пустыню Мохаве для проведения практических испытаний. Что может быть веселее? Наука в действии. Люблю я это. Результаты полевых испытаний подтвердили выводы лабораторных тестов. Пули, выстреленные строго вертикально вверх, падают на землю со скоростью 45 метров в секунду, чего недостаточно для нанесения смертельной травмы. В отличие от пуль, выпущенных под меньшим углом, которые, двигаясь по параболической траектории, сохраняют высокую скорость на большом расстоянии и могут привести к более печальным последствиям.